20 сентября 2019, это у нас просто кадота обыкновенная, то есть старинный сорт. Ну, на этикетке было написано, что он родом из Сицилии. Давайте взвешиваем. Грамм. So this is Cadot fig, and you see it's about 36 grams each, and I'll cut it. Fully ripe. Sweet. Sweet, like a honey. Very nice fig. Отличная фига. Очень сладкая. Тоже мои рекомендации. Обязательно посадите. У нее аромат больше медовый. Реально медовый вкус у нее. Вот реально. Как будто бы добавлен мед.